Всем привет, друзья, с вами Дима Ванпоинт и добро пожаловать на 32-ю серию прохождения Need for Speed Unbound, и мы уже приближаемся к нашему, так сказать, завершению карьеры, потому что у нас сегодня уже четверг, а это значит, что в этот четверг мы прокатимся и днем, и ночью, а у нас остается пятница, и после пятницы у нас финальная гонка, The Grand, где мы уже получим свою машину назад, и, в принципе, мы к этому гранду уже готовы. В предыдущей серии, если вдруг кто не знал, мы забрали вот эту вот прекрасную Lamborghini Murcielago, и я напоминаю, что у нас продолжаются такие черепасные движения, то есть я стараюсь максимально на лайте проходить это все, не заморачиваясь, поэтому, друзья... Сейчас берем эту мурку, попробуем на ней прокатиться. Она у меня особо не настроена, я в нее просто два баллона нитро запихнул. И все. Давайте смотреть, что у нас по деньгам. Самый жирный заезд у нас тут 1,5. Вот это вот, 72 тысячи нам за него дают. Наверное, в него мы и скатаемся. Это, ну, 100%, без этого никуда. И потом хотелось бы скататься еще в какой-нибудь заезд S, чтобы посмотреть, насколько хорошо у нас едет вот эта мурка. Но я напоминаю, что у нас потихонечку закрываются дома, потому что у нас облава коповская на все наши хаты, так сказать, и закрывают вот эти вот все дома, и остается у нас только гараж. Потому что вот эти вот дома нам как бы гонщики и гонщиков там типа сажают. Ну, короче, не знаю, какая-то мутная схема происходит. В общем, дома закрываются. И как видите, у меня уже остался тут, получается, только один открытый дом, вот этот вот. И потом, видимо, останется только гараж. Ну, имею в виду, в пятницу. В пятницу останется только гараж, и мне придется постоянно ездить только до него. Поэтому, в принципе, как бы все не очень хорошо, я бы вам сказал. Но, тем не менее. Да, у нас тут все дома закрыты. Придется вот мне вот до сюда, например, прям нормально так переться. Поэтому выходим из этого гаража. Надо было, на самом деле, взять, наверное, не мурку. Ну ладно, прокатимся просто на мурке ради того, чтобы посмотреть, насколько... Насколько она вообще хорошо едет или плохо. Так, аккуратненько. А, блин, а почему у меня опять ручная коробка передач? Я не понял. У меня вечно я ставлю себе ручную коробку передач, и потом про это забываю. Так, у нас тут копы, но я думаю, они нас не заметят. Тут быстренько вот так вот пронесемся. Блин, копов что-то очень много стало, вам не кажется? Прям их что-то вообще дофига. Я, конечно, понимаю, что у нас уже конец игры, но это что-то вообще чересчур. Это просто перебор. Испотят достаточно быстро. Может быть, попробовать какую-нибудь другую фишечку, ну, потому что я обычно ставлю просто на понижение дэмэджа от ударов. И там же есть еще различные приколы. Может быть, их попробовать. Я просто, честно говоря, не совсем понимаю, что у нас там происходит, какие штуки нужно ставить, для чего они, потому что там какое-то, ну, для меня не совсем понятное описание. Нужно как-нибудь заморочиться, просто попереводить, что там написано. Может быть, есть неплохие штуки, и можно попробовать их там. Например, может быть, какой-то там есть понижающий, ну, штука, которая нам понижает вот этот вот радиус поиска нашего там или чего-нибудь такого. Может быть, там не каждый коп тебя вот быстро будет замечать. И это было бы неплохо, потому что когда быстрая машина, они, в принципе-то, не особо тебя видят сразу же. Ты просто быстренько пролетаешь и все. Поэтому, может быть, вот что-то там такое есть. Ну ладно, в любом случае, это мы все потом увидим, это мы все потом проверим. Ну а пока что я вам могу сказать, что мурка какая-то тоже дофига грипповая. Хотелось бы, наверное, более дрифтовую тачку мне, как всегда, но, черт возьми, не дрифтовая она совершенно. Ну, а мы едем вот в этот заезд, который называется It's Tricky! It's Tricky, Tricky, Tricky! Ну, я думаю, вы поняли, на что это отсылка на трек. Так, ну что, против Асапа Роки, как всегда. Ох, Асап, Асап, что ж ты делаешь? Постоянно мы на тебе бабки зарабатываем. Ну, кстати, вы заметили, да, в предыдущей серии там Асап кое-где даже неплохо себя чувствовал. Мы, как всегда, сели на наш Кунтош и полетели. Я напоминаю, что Кунтош полностью на держак у нас настроен. Поэтому мы спокойненько стараемся сейчас на держаке всех обогнать и догнать Лирика, который опять несется как бешеный. Лирик, ты можешь успокоиться, пожалуйста, братан? У нас стоит улучшение нитро, бёрнст нитро на грипп. Но мне что-то за этот грипптён дали очень мало, к сожалению. Ну ладно, несемся к успеху. И надеюсь, что мы не поймаем никакой трафик. Аккуратненько, максимально аккуратненько. И там Шимидзу! Ё-моё! Братан, ты что делаешь? Да, они достаточно шустрые, ребята. Что-то прям догоняют, просто офигеть. И вы, кстати, заметили, да, насколько машина стала более устойчивой. Это максимально прижимная сила. И я включил у нас трекшн-контроль. Поэтому так и получается. Но при этом машина может заваливаться боком, вот так вот резко ставится. Это не совсем дрифт у нас получается, но тем не менее машина докручивается в поворот, это мне нравится. Вот такое я люблю. Поэтому здесь мы тихо
потихонечку оттормаживаемся. Главное никуда не улететь. И немножечко так на держаке потихонечку мы это все проехали. Блин, почему не видно габариты у машины? Ну, имею в виду, огни как будто не включены габаритные. Так, аккуратненько здесь тоже приезжаем. Ой, дрифт получился. Мне это не нравится. Я такое не люблю. Слушайте, ну пока изи. Пока изи, машина едет просто очень хорошо. Здесь у нас и попок много. Так, держимся. Главное, чтобы она удерживалась на нитрушке, потому что иногда бывает, когда ты Burns Nitrous используешь, машина начинает пробуксовывать и, следовательно, терять управление. Вот как сейчас вот было. Только сейчас у меня из-за поворота такое произошло. А так бывает еще из-за Burns Nitrous, когда слишком большое ускорение, колеса прокручиваются, и машина типа начинает терять управление. Но это, я не знаю, это, мне кажется, даже не реалистично нифига. Но есть какие-то определенные аспекты реалистичности. Но в целом, ну, это какая-то фигня. Конечно же, машину так не должно крутить. Аккуратно, никуда не врезаемся, удержались. Слушайте, ну прям супер эффективно. У нас, я что-то не понял, заезд вроде не эндуранс, но он такой достаточно длинный вышел. Вот так мы аккуратненько увернулись от таксишки, в которую мы прям вот могли влететь. А я напоминаю, что повреждение здесь — это просто что-то с чем-то. Такое ощущение, как будто взрываются какие-то, ну, подушки безопасности у тебя в машине, и сразу это засчитывается как нереальный просто удар сильный. Поэтому вот так потихонечку приходится ездить. И улетаем сразу на Burns Nitrous. Там нас ждет коп, которого по-хорошему бы разнести сейчас. Отлично, мы его убили. Не знаю, будет сейчас погоня или нет, я же коп разнес. Скорее всего, сейчас на скриптах у нас опять начнется коп-чейс. Но при этом коп-чейса никакого не произойдет. Ну не знаю, сейчас посмотрим. Кстати, 2,5 уже у нас уровень риска. Я напоминаю, что я хочу мурку проверить. Коп-чейс резюм. И у нас даже... А, стоп, а ты что, выжил что ли? Или они его резнули? А что за бред? Как так это? Как это работает? Я что-то не понимаю. И у нас, кстати, даже сейчас скрыться особо некуда. А что нам скрываться-то? Поехали, во-первых, в поле. Все-таки у нас сейчас как второй уровень погони. Поэтому вот так вот просто косплеем самолет. Там еще кружочек. Так, нам нужно сейчас доехать до дальней гонки. Которая 24... А, что? Подождите. У нас же ВС тоже есть. А тут дрифт-эвент ВС, ё-моё. А у меня для С, я не помню, есть машина дрифтовая или нету. По-моему, нету. Чёрт, ладно, что у нас дальше по заработку? Big Money у нас там в Б-классе. В Б-классе у меня нет нормальной машины, но она тут зато 0,5 всего лишь у нас погоню дает. Я, честно говоря, не знаю. Райдинг. Ну, давайте, наверное, попробуем. Ну, не получится выиграть, не получится. Фиг с ним. Как бы ничего страшного. Нам то, что для Б-класса, ну, помните, у меня там Плимут Химикуда, а в Б-классе Плимут все-таки, к сожалению, никуда не едет. Я там как-то умудрялся приезжать на первые места, но это такое. Это чисто на удачу, на самом деле, больше приезды были. Так, аккуратненько. Открываемся. Так. Ребят, я напоминаю, если вы вдруг знаете, какие есть прикольные устройства для того, чтобы эффективнее скрываться от копов, чтобы меньше погони вот эти все начинались и так далее, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я, честно говоря, что-то как-то это не совсем понимаю, что там делают вот эти вот устройства, которые у нас в конце находятся. Хотел аккуратненько поставиться, но не получилось. Немножко разбили машину. Бывает. Да ё-моё, да ж, блин. Трафик-то покидали везде. Ну что, давно не ездили мы на нашем Примуте Химикуда. Сейчас посмотрим, куда у нас получится уехать, эффективно, неэффективно. Главное, чтобы у нас не было потом коповской погони, потому что на Б-классе уезжать от копов. Черт возьми, я этого давно уже, кстати, не делал. На Б-классе уезжать от копов, это было бы жестко. Ну ладно, скорее всего, это будет. И нам придется уезжать в гараж. Поэтому сейчас, по логике вещей, все заезды плюс-минус нужно завершать вот где-то в городе, чтобы потом доезжать до нашего прямо вот гаража Райдала. Потому что это останется единственная зона, где можно будет укрываться от копов и пережидать, так сказать, сутки. Юстиция! Блин, ну вот так тебе, блин, нефига мне перекрывать траекторию. Конечно, непривычно на Плимуте ехать, непривычно. Я хорошо этот заезд хоть знаю, потому что, ну, в целом, конечно, вот как-то вот так вот нужно лучше проезжать. Юстиция не отстает, вы прикиньте. Я прям стараюсь аккуратненько заходить повороты, но я что-то уже, кстати, даже к гриппу привык. Я не привык ехать дрифтово.
Офигеть. И нас юстиция догоняет. Я вот помню, что на Примате-то у нас в предыдущих сериях-то все было неплохо, хоть он такой немножечко дрифтовый. Так, ну там, конечно же, копы, и, конечно же, коповская погоня сейчас у нас будет. Тут нужно их объезжать, потому что на такой скорости я их не разобью. Это Final Lap. Юстиция не отстает. Вот только на нее посмотрите, а. Так, здесь вот ребятки, надеюсь, мне по жопе не дают. Нормально, нормально. Поехали аккуратно. Здесь по тормозу. Блин, ну она пипец дрифтовая. Только посмотрите, как она уходит в повороты. Отвык от машины, максимально отвык. Здесь тоже нужно аккуратненько пройти, ничего не задевая лишнего. Ой-ой-ой. Слишком широко было. А, юстицию там что-то зажали. У-у-у. Ну ты, конечно, да. Да, бывает, бывает, что поделать. Так, ну, вроде бы все неплохо. Юстицию жалко, конечно. Брату про сеструху. Да, это печалька. Но там зато буст едет. Буст прям такой, типа, сейчас я тебя догоню. Но у него этого не получится. Там коп опять как-то странно очень едет. Снова по широкой. Широкой на узкую. Вот так вот. Немножечко здесь подрифтили. И, в принципе, после этого ивента... Блин, к сожалению, Мурку не получилось проверить. Вот это вот печалька. Потому что я ее прокачал, очень хотелось на ней прокатиться. Но просто смысла сейчас не имеет. Мы опять слишком большой уровень жары накопим. А уходить сейчас от копов сложнее. Потому что у нас, ну, как я сказал, остается всего лишь два дома, куда можно укрыться. Точнее, один гараж и один дом. Поэтому такая себе история. В общем-то, давайте смотреть, что у нас тут. Нужно было 10 нирмисов сделать и 10 звезд в спидранах. Ну, нет уж. Простите, друзья. 24 тысячи можно было бы заработать в S+, но, честно говоря, не вижу в этом никакого смысла. Абсолютно. 10 тысяч тоже в S+. Нету нормальных заездов в S, где можно более-менее денег поднять. Поэтому я считаю, что нужно засейвить эти 100 тысяч. А у нас тут рядышком нету, кстати, ничего. Да, блин, нету. Я с удовольствием заехал бы на метап и поменял машину. Потому что на Б-классе сейчас на третьего уровня погони, ну, как бы тоже достаточно сложно уходить. Не хотелось бы на это тратить времечко. Поэтому аккуратненько шкеримся и доезжаем до нашего гаража Райдела. Я сейчас думаю, знаете, такая странная история получается. Я накопил около 500 тысяч. И эти 500 тысяч, я вот, они у меня туда-сюда ходят, по сути. То есть остается одна и та же сумма, я ее на что-то как-то вот трачу, и в итоге ее возвращаю потом каждый раз. И получается, что вот эти вот 467 тысяч у меня, они, по сути, ну, туда-сюда просто ходят, и каждый раз возвращаются вот на свое место. То, что в данном случае-то у меня все уже машины есть, я плюс-минус все прокачал, поэтому как бы все, что нужно, там присутствует. Вот и машины в S-классе есть неплохие, то есть вот, например, Ferrari вот это. Ну, я хотел Мурку проверить. Также есть для дрифта у меня вот эта вот машина. То есть все, в принципе, максимально неплохо. Но самое интересное, здесь мы можем выиграть автомобиль. Третий уровень погони, это значит, что мы можем забрать тачку. Ну, хотя нет, это, видимо, не то означало. Но, тем не менее, BMW M5 18 года также в S-классе. Ну, честно говоря, я что-то в этом не вижу особого смысла. Мне кажется, стоит доехать вот сюда... В S+ классе у нас тут стрит-рейс городской. После этого городского стрит-рейса можно вполне себе спокойно... Тут, кстати, хит-лок, ничего себе. Можно вполне спокойно вернуться и заехать за BMW. Хотя у нас тут есть еще тейковер в S+, который 40 тысяч дает. Можно доехать до него. Вот тут, конечно, вот тоже. Зачем нам ехать? За тачкой или за деньгами? По-хорошему, за деньгами, потому что тачка мне не нужна. Но бэха, проверить бы ее просто, ну, чисто как она что едет, потому что, ну, в принципе, BMW ездила неплохо. Было бы классно. Кстати, вот от этого дома можем вполне себе спокойно до сюда доехать. То есть вот они, ну, как бы, игра, она хоть и старается быть хардкорной, но, тем не менее, она продумывает какие-то вещи. И вот, например, домик рядышком находится. То есть ты от него можешь вполне себе спокойно взять и доехать до заезда, куда тебе нужно. То есть вообще красота. Вот они делают все правильно. Единственное, вот копов бы, конечно, меньше бы они подкидывали. Было бы вообще замечательно. Пошел вон. Итак, мы приехали на ночной митап. Вот она наша гоночка, которая дает нам дофига денег. 84 тысячи долларов. Это прям реально очень неплохо. Как всегда, ставим против Асапа, но преследовать нас, скорее всего, будет Лирик. Гонка у нас городская. А это значит, что, в принципе, здесь, ну, нужно быть, наверное, аккуратным. Наверное. Хотя гонка максимально знакомая. Максимально знакомая. Поехали. Надо сейчас обогнать Асапа как-нибудь. Вот он тут узко, а он прям жопу свою подставляет. Мерседесовскую.
Вот оно, опасность! Опасность, опасность, опасность! Машина улетела, и из-за этого мы еле зашли в поворот. Ну тут как бы да, тут нужно оттормаживаться по-хорошему, но они там просто на такой скорости все залетают, а я прям чисто же за ними это все делаю. Воу-воу-воу-воу-воу, слишком резкий был поворот. Так, аккуратно. Так, медуза! Так, развернули, там лирик сзади прям вообще. Лирик, пошел вон. Да, лирик! Вот, кстати, когда их так разворачивают, очень сильно теряешь скорость. 30%, черт, нужно как-то догонять. Нирмис, нирмис. Аккуратненько. Так, тут застрял у нас один человек. Асап выбрался вперед. Благодаря мне, благодаря моим разворотам других. Офигеть. Получится? Отлично. Отлично. Догоняем Асапа. Иди сюда, Мерседес. 50%, сейчас мы его догоним. Отлично вообще, слушайте. Это было хорошо, это было хорошо. Главное сейчас не поймать трафик, аккуратненько все это проехать. Блин, ну Асап сейчас что-то стелит на полную, я смотрю. Асап, притормози. Ты куда так быстро летишь? Воу-воу-воу-воу-воу. Это было жестко. Асапа развернули, убили. Ну я не специально, кстати. Он просто что-то как-то притормозил, по-моему. И вся толпа едет просто сзади. Вся толпа, вы только гляньте. Ё-моё. Не, уезжаем. Тут слишком хороший путь, чтобы это сдаваться. Так, тут надо, наверное, аккуратненько вот так вот приезжать. Слишком медленно проехал этот поворот. Аккуратненько снова. Немножечко в дрифт ушли. Машину кидануло, но на нитро нормально отловили. Шикарно. Блин, Асап на первом месте. Я каждый раз его принижаю, и каждый раз, когда я это говорю, он потом едет на нормальные места. Офигеть. Не, ну мы все равно от него отрываемся, потому что... Ламба, это ламба, друзья. Это как бы уж простите. Тут машина, которая очень хорошо едет. Поэтому всяким асапам, которые любят роки, ну, как бы такой. Блин, пятый уровень погони. Так, ну надо с умом сейчас все это дело выбирать. Дом, я не знаю, заблокируют, там не заблокируют. Дом вот этот не заблокирован. Но мы находимся далеко. Поэтому да, скорее всего я забью в этот раз на деньги. Ничего страшного. Доедем и заберем именно машину. S плюс у нас класс. Это Corner King. Это опять у нас городской заезд будет. И из города мне будет потом легче уехать вот сюда до дома. Поэтому мы сейчас просто простраиваем маршрут вот до сюда. Разворачиваемся. И едем шустро-шустро просто. Блин, опять я с хит-деливери. Нет, он 100% далеко. Ну-ка, давайте посмотрим, где он находится. Ой, ну да, это прям в том месте, где у нас... Ну, не, яс, прости, не поедем, не поедем. Я хочу тачку забрать так. Вот. У нас тут бэшечка будет. Ё-моё! Неудобная заправка. Но имею в виду так, чтобы проезжать не особо удобно. Яс, нет, не уговаривай, не надо. Я не люблю, когда меня уговаривают. Я сказал нет, все, яс. Все, отстань, 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 не соблазняй. Да, да, не хочется мне сегодня. Я хочу сделать опять максимально черебасную серию. В пятницу там вот, может быть, понапрягаемся, может быть, поездим от копов. Тут нет, тут я хочу спокойно сейчас в гараж себе еще одну машину забрать. Для чего, не знаю. Ну, просто чтобы она была, просто вот потому что как бы. Поэтому забираем, черт возьми. Так, на Асапе, наверное, деньги отобьем все-таки. BMW M5 18 года. Вот прикиньте, если бы в жизни тебе просто за участие в какой-нибудь гонке дарили автомобиль. Это было бы максимально круто, мне кажется. Ну это мой любимый заезд. Ну все, это изи кап. Я это люблю. Мы, получается, уже третью гонку подряд здесь едем, да? На нафиг, лирик. Я этот заезд уже выучил просто наизусть. Ну, конечно. Там медуза такая негодует со своим итальянским акцентом. Слышали? Такая, рейс. Что-то там она такое сказала. Опа, не, ну машина пустая еще. Бордюры, конечно, все равно не любят. Но тем не менее. Что-то я там видел плохое, да. Вот оно плохое. Да. И вертолеты, и все подряд. Да, после этой гонки 100% будет у нас погоня, но мы же уедем. Все будет хорошо. И главное, чтобы нам в бочину, вот когда мы вот так вот резко поворачиваем, никто не въехал. Аккуратно тормаживаемся. Нифига, блин, вот так надо пролететь быстро, а то там они ехали. Тут вот получается трасса, она как восьмерка, и на этом перекрестии тебя могут сбить. Поэтому тут нужно аккуратно очень проезжать. А сбить могут, ну, понятное дело, не только соперники, но и копы. Тоже могут разогнаться и просто улететь тебя. Поэтому я тут просто мчусь, как ракета. Давай, 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 аккуратненько по бордюрчикам. Вот так вот. Тихо, 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 ловись.
Блин, ну там у нас вертолет, конечно, вообще не хочет отставать. Аккуратно, аккуратно, аккуратно на гриппе. Так, почему мне дали грипп-терн? Подождите. Не, дали, но очень мало. Не-не-не-не-не. Вронг-вей, да конечно, вронг-вей. Ага, пишу, что захотел. Я тут просто внизу знаю, ты мне вронг-вей показываешь. Так, аккуратно. Здесь где-то должен быть коп. Нет, нету. Так, снова надо на нитро пролететь. Аккуратненько. Блин, это было бы жестко, если бы они в бочину влетели. Мне интересно, а у кого-то за прохождение вот этой трассы в бочину кто-то влетал? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Капец там летит. Фокусный внедорожник. Который этот сумасшедший, бронированный. Воу-воу-воу, тихо, нормально. Держались. Вот как я говорил, зажатая подвеска и все настроенное на грипп. Оно работает по этим бордюрам. И меня так сильно не раскачивает, как видите. То есть вот, можно вполне себе спокойно ехать. И никто ничего тебе не сделает. Никакие бордюры. Так, аккуратненько здесь снова приезжаем. Вау! У меня чуть-чуть на секунду игра пролагала. Я ж прям даже офигел от такого. Так, аккуратненько. Здесь тоже снова аккуратненько. Так, тут выезжаем вот сюда. Небольшим заносом, там едет коп. Но он что-то решил в стену поехать. Молодец. Уважаю, уважаю. Таких копов мне... Таких копов встречать, это просто, это радость. Вы видели, да? Просто взял стену, уехал. Молодец. Ноль денег заработал, но зато выиграл тачку. Естественно, у нас будет сейчас погоня. А, нет. На удивление. Но ясно говорит, братан, довези машину. Нет, нет. Нет, я спрости. Делать я так не буду, поэтому я разворачиваюсь, и мы аккуратно поехали до нашего гаража. Крайдолу. Это будет небольшая серия, друзья. Как я говорил, у меня сейчас максимально челебасная серия, я готовлюсь к гранду. Поэтому я не буду ездить во все места. У меня есть хорошая эффективная машина, которой я доверяю. Поэтому едем себе спокойно. Так, вот тут будет сейчас интересно. Бам! Я что-то слишком переборщил. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Уезжаем. Уезжаем, 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 уезжаем. Вертолет до нас не долетит. Так, аккуратненько. Так, вон он там едет. Как будто я его не вижу, думает. Ага. Я-то его вижу. Он, интересно, насколько сильно нас видит. Так, ну я вот сюда поеду. Где у нас тут съезд? Я вас вечно в темноте путаю, где здесь съезд. Так, вот сюда. Да. Вот сюда. Давай разворачиваемся. Да не. Ну блин. О, отлично. Я думал, нас сейчас телепортнет. Блин, вы посмотрите, что делают, а? Они вот этих преследователей скрытных прямо около дома пихают. Вон, видите, поехали. Думают, что я его не замечу. Ага, конечно, конечно. Я все вижу. Поэтому приезжаем к Райдулу, бабах. И все, и заезжаем. Отлично, друзья! Вот такая у нас еще одна максимально лайтовенькая серия. Мне кажется, что я, знаете, уже начал как-то приноравливаться. То есть тут, по сути, вот вся история игры в том, что если у тебя есть деньги, то ты играешь просто максимально на лайте, без всяких проблем. То есть вот, сейчас есть деньги, я особо как бы не парюсь, да, там на все гонки не езжу и так далее. Поэтому как-то так. Так, я понимаю, что у нас сейчас закрыли все дома, скорее всего, в эту пятницу, да? Есть у меня такое подозрение, да? Этот дом закрыли, это закрыли, да. Пятница, друзья, все дома закрыты, поэтому мне придется скрываться от погони именно уже... А вот этот дом тоже закрыт, да. Мне придется скрываться только вот здесь. Все, остался только один гараж Райдала. Это нормальная история, я это признаю, окей, почему бы и нет. И мы поедем потом в следующей серии куда? Вот сюда вот съездим, здесь у нас опять Вес Плюс есть на 60 тысяч. И есть еще вот на 56 тысяч. Ну а пока что я хочу посмотреть, что у нас по обвесам на BMW M5. Да, похоже, по обвесам ничего. Тут какой-то турбофан у нас стоят спереди, сзади тоже турбофаны. Ну вы что, издеваетесь что ли? Два вида турбофанов. И у нас в А плюс она и 304 километров в час. Максималка, что-то мне кажется, это маловато. Ну-ка, сколько у нас получается в А плюс у этой? 306, уже больше. Здесь у нас... А, на ТС плюс. Здесь 309. Ну, то есть, Лансер-то эффективнее получается. Но я напоминаю, что Бэшечка-то она тоже у нас на полном приводе, да. Поэтому вполне себе... А, стоп, подождите. 344 километра в час здесь топ-спид. Но это же С плюс, а не А плюс. Почему я подумал, что это А плюс? А почему мне дали машину для S+, подождите? Они намекают, чтобы я ее прокачал и на ней поехал. Она что, нормально вообще поедет, мне интересно? 375 км в час, 344. Ну не-не-не-не-не, Кунтыш, мне кажется, будет более эффективный. Можно, в принципе, эту машину в дрифт сделать. Боди, бодикиты. Ну,
Ну, что-то такое. Ну, что-то прям такое. Ну, прям, не, никаких новых бутикитов нету. Печалька, друзья, просто печалька. Я думал, что будет что-то интересное, что-то классное, но что-то как-то вот, вот так вот. Я не знаю, можно попробовать для дрифта сделать бэху в S+. Но ехать на бэхе в Гранд я точно нет. Я уже как-то привык к Кунтужу, поэтому поеду на нем. Ну а на этом наша серия прохождения закончилась. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Отдельный респект тем, кто ставит лайки и, конечно же, тем, кто подписывается на Boost. Ссылка, как всегда, находится в описании, поэтому если вы хотите меня поддержать, то переходите. Там сейчас очень крутые различные уровни подписки, которые я сделал в виде уровней жары из Need for Speed Unbound. Поэтому, если вы хотите на это посмотреть, просто можете зайти, посмотреть, как я это все оформил. И я старался, обводил вот этот вот уровень жары, который у нас там находится сверху обычно. В общем, как-то так. Всем огромное спасибо и пока-пока.